an emotional moment as I breathe you into me, holding you closer, gentle in the dark. My eyes are filled with tears. The beauty of silence, can't hold back the rage. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в это необычное видео. Не обращайте внимания на мой голос, дело в том, что я очень сильно заболел, и последние 3 дня пытаюсь как можно быстрее вылечиться. Но ради этого видео я сделаю исключение, и несмотря на то, что мне достаточно сложно говорить физически, я хочу все-таки высказать то, что накопилось на душе. Сегодня я получил серебряную кнопку, и... честно говоря, я в шоке. Для меня это больше, чем просто кусок железа или из чего она там сделана, какой-то сплав. Для меня это мои 3 года жизни, моя увлеченность, моя надежда и вера, и моя преданность тому, чем я занимаюсь. Последние 3 года YouTube — это моя жизнь. Да, кроме него тоже есть кое-что, но и он стал неотъемлемой частью меня. И я не представляю себя без YouTube. Без вас. Это от чистого сердца. Когда я говорю это, у меня по коже бегут мурашки. Когда я щупаю этот металл, у меня тоже по коже бегут мурашки. Меня прямо трясет. Во-первых, я хочу сказать спасибо некому Рику. Он пишет: «Поздравляю тебя с таким достижением. Мы с честью хотим принять участие в поздравлении вас. И хотим, чтобы опыт этого поздравления был для вас исключительным». И это действительно так. Это для меня впервые, и это очень классно. И еще одно письмо побольше от некой Сюзанны Войчики. Я не знаю, правильно я произнес ее фамилию или нет. Если что, я не хотел никого обидеть, честно. Она оставила мне автограф и подписалась как SEO YouTube. Давайте прочитаем, я переведу сходу, если у меня получится, если не получится, я буду заикаться, мне станет стыдно и я почувствую позор. Но чего мне стесняться перед вами, вы не такое видели от меня, не правда ли? О, 100 тысяч подписчиков, как далеко вы зашли? Да, зашел я слишком далеко, я даже никогда не верил в то, что так далеко вообще можно зайти. А теперь я верю в то, что мы зайдем еще дальше. Если каждый ваш подписчик был бы световым годом, они бы растянулись на расстоянии от одного края Млечного Пути до другого. Это очень далеко. И вот почему сегодня мы с волнением хотим отпраздновать этот наверняка важный для вас день. Вы не только принесли что-то уникальное в этот мир, вы также создали ценные связи и построили комьюнити по пути. Поэтому YouTube с гордостью презентует вам эту серебряную награду, которая отображает вашу тяжелую и самоотданную работу и невероятное достижение. Поздравляем с достижением этой невероятной цели. Надеемся, одной из многих, которую вы достигнете в будущем. В конце концов, есть множество людей, которые еще не узнали о вашей преданности и отдаче любимому делу. В конце концов, они придут на ваш канал, чтобы узнать что-то новое, либо просто, чтобы развлечься. И целая новая аудитория ожидает вас, чтобы вы ее вдохновляли так же, как она вдохновляет вас. С нетерпением ждем того, что вы сделаете дальше. Ваша Сюзан Войчики. Ребята, я шел к этому моменту больше 3 лет. Часто я в это не верил вообще. Часто я хотел сдаться, особенно в прошлом году. 20, наверное. Но вы вдохновляли меня двигаться вперед наверняка не меньше, чем я вдохновлял вас.
Впереди нас ожидают большие свершения, я в этом уверен, но на пути к ним придется преодолеть множество трудностей. Но я знаю, что все на этом свете возможно, и вы доказали мне это. Если ты каждый день делаешь что-то, чтобы приблизить свои мечты к реальности. Всем большое спасибо за то, что вы у меня есть, за то, что вы мотивируете меня, за то, что вместе с вами я иду к своим целям, и мы идем к вашим целям тоже. Эта награда столь моя, сколь и ваша. Поэтому скоро новое видео, несмотря на то, что я болею, я думаю, завтра уже приступлю, потому что хватит отдыхать. И на этой ноте хочу пожелать вам крепкого здоровья, это самое главное, ребята. Не деньги, не биткоины, не Ripple XRP, все это так. Самое главное – здоровье. Увидимся завтра, меня зовут Богатейший Ди. Не буду просить поставить лайк или подписаться на канал, потому что это видео вообще не про криптовалюту, не про основной контент. Это просто отметка, что все невозможное однажды становится возможным. Я вот глажу этот металл, у меня мурашки по коже идут. Богатейте. Увидимся завтра. Пока. Thank you.